Всем вам прекрасное и доброе утро. Рядом со мной мой тезка Антон Каренко. Антон, привет тебе. Привет. Во-первых, я думаю, что вы Антона помните. Он неоднократно появлялся у нас в эфире с вот этим музыкальным инструментом, который называется ханг. И совсем скоро у нас в городе пройдет великолепное событие. Не только ханг там будет, да, звучать? Ну да, еще много других. Мы об этом поговорим, но давай сначала привлечем наших зрителей вот этими прекрасными звуками. Поехали. Я думаю, что многие узнали тему из сериала «Игры престолов». Антон, вот мы попросили тебя специально, да, вот сыграть ее у нас в эфире. Ты ее учил специально или уже умел? Умел уже, да. Ну, то есть вот человек, который играет на ханге, этому же не учат в музыкальных школах у нас сейчас? Музыкальных нет, на самом деле. Ну, вообще можно научиться в России уже. Открыты школы, ну, они такие более... скажем так, индивидуального формата, вот. Ну, а так, если человек занимается музыкой, допустим, да, играет на каких-то других инструментах, то этот инструмент, в принципе, освоить проблемы не будет. Это очень интересно для тех, кто выбирает для себя какое-то новое увлечение. Давай о том поговорим, что состоится у нас завтра уже в городе. А завтра в городе у нас пройдет концерт под названием «Звуки ханга». Это будет малый зал Красноярской краевой филармонии. То есть вы уже вышли на уровень филармонии? Ну, в Красноярске, да. В Красноярске проще с этим. Вот, будут гости из других городов, музыканты, то есть один из музыкантов прямо с мировым уровнем. А ханг с другими инструментами, с какими сочетается? Или только ханг будет завтра? Нет, завтра будет, то есть у гостей будет сольная программа, да, а мы будем выступать коллективом, то есть будет ханг, ситар и клавиши электронные. Только клавиши, понятно, многим сейчас было. Второй инструмент что? Ситар – это такая индийская гитара, можно так сказать. Струнный инструмент, на нем всего 18 струн. И он, его история насчитывает порядка 800 лет. Что будете играть? То есть это будут вот такие знаменитые хиты или... Может быть, будет несколько таких каверов, а в основном весь материал это авторский. То есть люди погрузятся, да, вот в эту атмосферу? Да, сколько да. По длительности вы делаете концерт? Часа 2-2,5 будет концерт, да. И хочу отметить, что малый зал – это одна как бы, из лучших площадок Красноярска по акустическим ну, параметрам. Ну да, да. Да. И подобная музыка там ну, наиболее хорошо раскрывается. Обязательно приходите. Во сколько начало завтра? 8 часов. Еще есть билеты? Да, конечно. Давайте попробуем, я тогда поиграю. Вот то, что вы завтра точно не услышите, это моя ужасная игра на ханге. Антон, давай поменяем. Ты теперь будешь вести программу, а я играть на ханге. Давай, поздоровайся со мной, как будто бы я пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас завтра концерт. Вот это да. Ханг. Что вам сыграть? Так, давайте для начала мы поиграем гамму. То есть у этого инструмента, как и у всех остальных, есть гамма. Здесь горя, здесь идет справа налево зигзагом. Вот таким образом. То есть это основа. Двумя ручками. То есть право-лево, право-лево, да, надо держать. Надо еще сесть, чтобы... Да, вот как-то так. Ага. Подожди, как... Куда бить? О, да, все, я нащупал! Да. Ага. Наоборот! Не-не, все было правильно.
И теперь вниз мы идем с левой руки. Получается, слева направо. Угу. Легкотня. Ребят, если вы не умеете играть на ханге, то знайте, вы умеете. Так, и естественно, у нас есть какая-то басовая, да, составляющая. Ну, да, можно сыграть вот такую популярную мелодию. А, ну-ка. То есть у нас состоит из четырех фраз. Первая фраза. Тут надо нащупать еще. Да, лучше двумя ручками, правда. Да как сделать так, чтобы он не съезжал? Ребята, кто? Вы когда-нибудь стирали белье в алюминиевом тазу, держа его вот у себя на коленках? Нужно наждачку. О! Так, вторая фраза. Да, теперь вместе. Да, третья фраза. И последняя. И теперь все вместе. С закрытыми Итак, глазами. Итак, приготовьтесь. С закрытыми глазами. Потому что давайте сначала с открытыми. Ну, сюда, да, да. Подожди, нет. Все, теперь ясно. Не нервничай. Ага! Да-да-да. Лучше помедленнее. Ну, я тороплюсь, потому что у нас очень мало времени. Итак, все, эфир. С закрытыми глазами. И напомним вам, где завтра у нас состоится вот такой концерт. Внимание! Сразу мимо. С левой руки лучше. Угу. Да что такое? Подожди, нет, я пока не сыграю, мы не закончим. До 10 сегодня будет программа. Отлично. Внимание. Где? Вот так. Вот. Да-да-да. Все, контрольный раз, закрываем глаза и играем. Так, не бесите меня. Нас же смотрят, да, по телевизору? Приходите завтра в малый концертный зал филармонии. Наслаждайтесь звуками ханга не такими, а получше. Антон Коренко, организатор этого фестиваля, будут специальные гости, которые приедут в наш город и поиграют на ханге так, что вы просто закроете глаза и будете медитировать. Все, прервемся ненадолго. Надо передохнуть.